Напоминаю, что Россия ввела электронный реестр призывников, но штрафовать за игнорирование электронных повесток в этом году не будут. Во всяком случае, так считает глава Думского комитета по обороне Картополов. Основной способ оповещения – это традиционная, это бумажная повестка. Электронная – это дополнительная. То есть штрафа не будет, если я получил повестку на госуслугах, но не пришел по ней, потому что не получил бумажную? Нет. Не будет. А когда заработает, только уже в следующем году получается? Ведь закон, который мы приняли, он вступает в действие 1 января 2024 года. Но есть нюанс. Глава комитета – мужчина непостоянный. Ранее Картополов говорил, что Минобороны проведет ротацию, а уже через несколько дней заявил, что ее не будет. Вот теперь думайте и гадайте, будет или нет. Можете писать ваши догадки в комментариях. И не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить.